Добрый вечер, дорогие друзья! Наступил последний месяц лета, август, время, когда созревают овощи, фрукты. Я сегодня приготовила для вас помидоры под сыром. Это очень вкусное и питательное блюдо. Давайте готовить! Для начала нам понадобятся помидоры. Можно взять вот такие продолговатые, можно круглые. Мы начнем готовить с того, что отрежем ту часть, где они росли, и разрежем помидорину на две части. Затем аккуратненько, маленьким ножиком или десертной ложечкой, достаем мякоть из помидор. Нам понадобятся вот такие лодочки из помидоров, которые мы потом будем фаршировать. Тщательно здесь весь сок убираем, иначе он потом при приготовлении будет вытекать. Вы видите, вот такие должны лодочки получиться. И мы их выкладываем в приготовленную форму. И таким образом сейчас я поступлю со всеми помидорами. Итак, я приготовила помидоры. Вот, посмотрите. Сейчас я буду готовить начинку. Для этого нам понадобится куриное филе, либо грудка, как у меня. Я снимаю кожицу. Аккуратненько так. Тоже с помощью ножика маленького это удобно делать. Видите, здесь такой пленочка. Мы ее аккуратненько срезаем. И тогда шкурка у нас отстает. Излишки жира тоже обрезаем. После того, как мы кожицу снимем, филе будем нарезать и потом обжаривать. Ну и вот, можно сказать, все уже. Кожица у нас снята. Берем нож побольше уже. И отделяем филе. Таким же образом сейчас второй кусочек я отрежу и будем нарезать. Нарезаем филе достаточно мелко. Ну, сначала большими, такими крупными кусочками. А затем порежем на миленькие. Так, я порезала наше филе достаточно мелко, видите? Сейчас мы его обжарим на растительном масле с добавлением соли, ваших любимых специй и небольшого количества черного перца. Куриное филе жарится достаточно быстро. Добавляем немного соли. Немного базилика. Можно добавить прованские травы. Или те, которые вы обычно добавляете. И помешиваем до готовности. Наше филе остыло. И аккуратненько с помощью десертной ложечки начиняем наши помидоры. Вот видите, я уже разложила наше мясо, помидоры. Сейчас сверху немного майонеза. Можете заменить сметаной, она менее калорийная. И сверху посыпаем тертым сыром. Я посыпала наши помидоры сыром. Сейчас мы будем его запекать в духовке при температуре около 200 градусов, примерно 15-20 минут. Настало время дегустировать наше блюдо. Чуть-чуть
Сосед просто любовь. Не знаю, мое любимое сочетание курицы с сыром. Я очень люблю плавленый сыр. И плюс помидорка. Ну, знаете, это как на пицце бывает. Я думаю, что очень понравится вашим близким. Рекомендую вам приготовить. Всем приятного аппетита. Следите за новыми видео на моем канале и в социальных сетях. Пока-пока.